Ого. Вот мой Мерседес, ребята. Вот он, оранжевый. Вот это круто. А ну, Мерседес, покажи, на что ты способен. Вперед! Вау! Я самый первый! Ура! Ребята! А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки. С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть вот такую вот замечательную игрушку под названием Need for Speed Most Wanted, ребятки. Давно мы с вами уже не играли в эту игру. Давайте с вами, собственно, посмотрим, из чего она состоит, собственно, и что нам нужно будет предпринять в этих гонках. Так, давайте выберем себе заезд. Давайте вот на Carrera GT, Porsche Carrera GT, такая вот крутая тачка. Давайте прокатимся на ней и посмотрим, на что она способна. Вот она, вот мой Porsche, ребята. Вот он. Посмотрите, как он крутой. Carrera GT, просто, это просто реально такой спортивный Porsche. Ого, посмотрите. Вау, вот это да. И Porsche вырвался, оставив своих соперников далеко позади, ребята. И это просто, ребятки, замечательно, хочу вам сказать. И это просто, ребятки, круто, не правда ли? Вау, ребята, ого. Вот это да, вот это виражи. Вы посмотрите, какая скорость. Ого, меня Porsche 911 обогнал. Вот это да, собрат меня обошел. Надо его обогнать, ребята. Вот так вот, отлично, мы его обходим. А, он по скороченному пути поехал, ребятки. Мы его не догнали. Мы его не догнали, ребят. Надо сейчас будет его догонять. Вау, вот это трамплин был. Вы это видели, ребятки? Мы немножко съехали с дороги. И стоит заметить, ребят, что по траве моя машина не так быстро едет, как по асфальту. Стоит мне только свернуть, ребятки, на какую-то лужайку, я сразу же начинает моя машина тормозить. Вау! Тихо-тихо-тихо, поворачивай, круто! Вы когда-нибудь видели такие крутые гонки, ребятки? Я еще не играл. Это самая крутая игра, ребятки. Вау, давай. Так, ребяточки, мне нужно догнать моих соперников. Я иду самый последний, это никуда не годится. Вау! Вот это чуть не было столкновения огромного, ребятки. Я чуть только что не пострадал. Реально на скорости 260 км в час врезался в эту дрожпачку. Вау! О, да что ж такое, ребята, да что ж ты будешь делать, а? Поворачиваем аккуратно. Нитро вперед, ребята, давай. Ого, все столы поломали. Так, продолжаем дальше. Так, кто там пытается меня сзади обогнать? Это этот чувак. Так, догоняем Porsche. И обгоняем его. А, стоит заметить, ребята, что здесь кругов нету, потому что это спринт, это ровная дорога. Это с точки А в точку Б мне нужно приехать. А вот, ребятки, и конец заезда. И я приехал вторым. Второе время, ребята. Место, время 3 минуты и 10 секунд, дорогие друзья. Я приехал вторым. Так, ну что ж, ребятки, давайте с вами посмотрим, что у нас еще здесь есть. Какие у нас гоночки еще здесь есть на сегодня. Интересные. Есть у нас Lamborghini Murcielago, ребятки. И это 1,2 километра спринта. Давайте с вами проедем.
Ого, здесь у меня вот Lamborghini, ребята, дождь на улице идет. Впереди у нас Mitsubishi, или, а, это Lexus. И еще одна машина, нас трое. О, Lamborghini показывает свои, ребятки. Ох, характеристики, они просто, ребятки, отличные. Они просто, ребятки, на высоте. Вы только посмотрите на это. Вот это да. Давай, нитро, вперед, вау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это круто. Вот это да. 300 километров в час, ребята. Я еще на такой скорости никогда не ездил. Был у меня Porsche, но 300 он точно не ехал, ребята. А Lamborghini, вы только посмотрите, как она управляется легко. А кроме того, что она, ребятки, легко управляется, вау, она вообще показывает супер характеристики. И вырывается далеко вперед от своих соперников. Мне даже нитро не надо включать, ребята. Потому что эта машина настолько быстрая, что это просто капец. Что-то я засмотрелся на карту, на своих соперников. Теперь мне надо поддать нитро, ребятки. Если я не хочу оказаться пасти задних, то мне надо, ребятки, включать нитро и догонять этих разбойников, которые меня нагнали, ребята. Ой-ой-ой-ой. Разрушили всю конструкцию для строителей, которые они сделали. Ого, чуть столб мне в лобовое не попал. Вы видели это, ребята? Это нужно было видеть реально. Воу! Вы видели, ребятки, как я чуть не врезался? Они притормозили, чтобы не врезаться в нее. А я, наоборот, дал газу и все-таки на прерыв своей судьбе прошел через эту встречу. Давай, Lamborghini, газуй, газуй. Давай, малыш, я в тебя верю. Я знаю, что ты приедешь первая. Нитро вперед! Вау! Вот это да, ребята, вот это круто. Куда-то я заехал вообще, ребята. Осталось 82%. Осталось 82%, ребят. И я реально почувствовал угрозу для себя и для этой гонки. 95%. Я уже первым не приеду, это точно. Ну, хотя бы вторым. Вторым приеду, отлично. Все время, ребятки, такое-то время, 3:26, ребятки, я приехал вторым на эту гонку. Не стоит, ребятки, расстраиваться, все будет отличненько. Так что давайте перейдем, ребяточки. Давайте нажмем сюда и перейдем лучше вот сюда, вот так. Здесь мы давайте выберем что-то нормальное. Вот Турбес, ребятки, у нас уже был такой. Ford GT я не хочу. Марчелага не хочу, ездил уже. Это не хочу. Турбес не хочу. Мерседес, Макларен. Давайте возьмем Мерседес, Макларен, ребятки, оранжевый. Посмотрим, на что он способен. Ого. Вот мой Мерседес, ребята. Вот он, оранжевый. Вот это круто. А ну, Мерседес, покажи, на что ты способен. Вперед. Вау. Я самый первый. Ура. Ребята, вот это круто. Мой Мерседес вырвался вперед. Так, нас 4 соперника, то есть нас всего 4. Осталось еще 3 человека, с которыми я, ребятки, состязаюсь. Эти состязания придумал не я. Эти состязания придумал, ребяточки, мой один хороший знакомый, который строил это все. И ему стоит отдать должное. И
То, что у меня такой автомобиль, ему тоже стоит отдать должное. Потому что я у него взял эту тачку. Теперь я на ней могу, ребятки, рассекать. Вау, ребята, что ж творится-то? Была большая авария, из которой нужно выезжать и выпутываться. Что-то довольно цвет такой, чересчур оранжевый, мне не нравится на машине. Вау, поворачивай, ребят. Поворачивай. Так, ребята, первый круг. И мы с вами отличненько показали, что мы с вами нормальные чуваки, потому что тот, кто был последним, тот и отношение к нему уже такое становится не очень. Так, ну что ж, ребятки, ого! Ха-ха, он чуть не врезался, и мы за это его нагоним немножко. Так, ребяточки, второй круг, и это просто отлично. Наш Мерседес показывает довольно-таки крутые маневры и крутые такие характеристики. Так, ну что ж, отлично, ребятки, мы вырвались вперед, и это просто замечательно. Ах ты гад, обогнал меня. А ну иди сюда, сейчас мы его догоним, ребята. Иди сюда. Ох, ребятки, я ему задок подпортил, конечно, немножко. Но ничего, мы обязательно его обгоним, ребятки. Третий круг у нас на счету, и мы его сейчас нагоним, я так думаю. Ой-ой-ой, откуда ж ты взялся на мою голову, а? Так, все отлично, ребятки, мы его просто-напросто обогнали. Ого, мы знак сбили, вы видели, ребят? Вау, вот это я чуть не врезался. Давай, нитро вперед, вау. Давай-давай-давай. Опять этот поворот засчастный, я здесь теряю свою не только скорость, но и бдительность. Теперь меня все здесь обгонят, наверное. Опять вот пытается меня обогнать автомобиль. Но мы ему, ребятки, не даем, мы не сдаемся. Мы хотим прийти первыми. Так, ребятки, последний круг сейчас будет уже. Вот и все, ребята. Последний круг. Давайте его как-то пройдем нормально, чтобы не проиграть, так сказать. Чтобы приехать первыми. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В прошлый раз я не врезался, а в этот все-таки попал. Представляете? Ого, чуть в машину не врезался только что опять. Так, сейчас этот будет поворот, который мне не нравится. Мы вот так вот аккуратненько его обойдем. И поедем дальше с вами.
Так, ну что ж, дорогие друзья, можно меня поздравить с выигрышем. Потому что 5 метров до финиша, и я приехал первый. И это просто, ребятки, замечательно. Отличненько, наш Мерседес, это просто крутая штука. Так, ну что ж, дорогие друзья, а я вам хочу сказать, что этот выпуск эпизода на канале Вечное Детство подошел к концу. Обязательно подпишитесь, ребятки, на мой канал, поставьте пальчик вверх и напишите какой-нибудь комментарий. А мы с вами встретимся, ребятки, в следующих сериях. Пока-пока.